Здравствуйте, друзья. Я весь день сегодня наблюдал за комментариями в теме для самостоятельной регистрации тех, кто выиграл в лотерею Green Card. Там, конечно, на одного выигравшего, там полсотни комментариев от всех остальных, но тем не менее, так по моим понятиям, наверное, с десяток у нас победителей из тех, кто смотрит наш канал, и я думаю, что еще сколько-то человек добавится по мере того, как все остальные пойдут и проверят свои результаты. Обычно так получается, что не всегда в один день все успевают. И действительно, я не знаю там насчет нюансов этого, но на форуме все это хорошо написано. Через пару месяцев там дополнительный, такой тираж, происходит. И есть люди, которые, не попав в количество призеров, победителей, лотереи 1 мая, потом оказывается, что они в дополнительных розыгрышах оказывались победителями. Я видел ликование по этому поводу и торжества, и поэтому надо быть на форуме «Говорим про ЕС», что там самая последняя информация, и если вы сами пропустили, то там вам подскажут. И я видел людей, которые так они им даже в голову бы не пришло, но поскольку они на форуме увидели, пошли проверили, и вдруг оказалось, что они выиграли. Поэтому я надеюсь, что еще там подойдет народ, и при всем при том, что мы нашим каналом, нашей энергетикой совместной, которые там присутствуют, не можем повлиять на результаты вращающегося барабана, или как уж там они это делают, я не знаю, компьютерно, на вращающийся барабан, на устройство такое физическое мы повлиять не можем. Но сам факт того, что у нас общаются люди, часть из которых становятся победителями лотереи, это само по себе приятно. И я думаю, что то, что мы здесь общаемся, встречаемся, обмениваемся какими-то идеями, поможет тем, кто не выиграл в лотерее сейчас, начать искать другие пути. В конце концов, на лотерее свет клином не сошелся. И я-то помню, ровно год назад, когда я был в Киеве, и там выступал, и эти видео сохранились у нас на канале, я как раз там рассказывал, что, король умер, да здравствует король, то есть лотерея умерла, а дальше что? А дальше там еще много, мы все ждали тогда реформу, и казалось совершенно невероятным, что реформа не прошла, потому что она делалась совместно республиканцами и демократами, и такой драйв был, и казалось, вот, все уже. И мы обсуждали, что там будет, какие новые виды иммиграции или там какие новые каналы есть. Конечно, лотерея чем хороша? Там форму заполнил и в ус не дуешь. А там случилось, и случилось. То есть можно как-то активно не участвовать. Но преимущество того, что ты активно участвуешь, состоит в том, что вероятность попадания в точку намного выше. Да, поскольку ты не надеешься на случай, там меньше 1%, да? А все-таки ты как-то это управляешь процессом, начинаешь искать и находить, потому что, начав искать, ты начинаешь находить пути достижения цели. Лотерея не единственный, хотя очень удобный, конечно, способ. И вот я хочу поздравить тех, кто оказался в числе победителей. Я хочу приободрить тех, кто не оказался. Я знаю, что очень много народу, они так формочку заполнили там в октябре, и им казалось, что уже все. То есть я все время письма получаю, много писем начинаются с того, что я собираюсь скоро приехать в Соединенные Штаты, форму на лотерею я заполнил, то есть они абсолютно уверены. И это как-то шокирующе, когда человек абсолютно уверен, что сейчас ему билет выпадет лотерейный, и вдруг на тебе он не выпал, и чем больше ты рассчитывал, тем больше огорчений с этим связано. Я хочу сказать, ребят, не огорчайтесь, а берите в свои руки. Это намного надежней результат будет. Поэтому я бы так сказал. Чем меньше ждешь, чем больше ты сам делаешь, тем все это надежнее получается.
Так что счастливо, еще раз всех поздравляю, и мы продолжаем на нашем канале делать все то, что делали раньше, а если какие-то новые появятся идеи, давайте новые идеи, я с удовольствием буду внедрять. Счастливо!